за возвращение смертной казни для предателей Родины, для тех, кто совершает такие злостные серийные преступления. Люди перестают бояться. Есть в разных странах определенные свои какие-то нюансы, их нужно всегда учитывать. Действует эта мера в Китае, действует в Сингапуре, в Малайзии, в Японии, кстати. В США имеется смертная казнь, они за нее держатся, понимаете? При Ельцине, чтобы попасть от Европы, им было как бы сказано, хотя это ничего не значит, организация, что вот отмените смертную казнь, мы вас туда включим. Я считаю, что в нашей стране смертную казнь применять нельзя. А то, что наша система полиции вся насквозь испорчена, я знаю из исповеди некоторых, понимаете, полицейских. Если бы я доверял вот на 100% нашим правоохранительным органам, нашей судебной системе, я бы, наверное, сказал «да». Когда мы говорим о пожизненных сроках, то многие из них в этом плане видят возможный вариант все-таки уйти от такой суровой ответственности. Смертная казнь не ведет напрямую к сокращению количества преступлений. Ребята, может быть, смертной казни нету, да, но то, что ждет тяжелых преступников, оно на самом деле ничуть не лучше.